В этом году урологическое отделение университетской клиники Казанского университета отмечает свое 25-летие со дня открытия неотложной помощи. В 1997 году на базе 6-й городской больницы появилась экстренная урология, которая ежегодно набирала обороты. На сегодняшний день специалисты урологического отделения проводят около 3000 операций. Преимущество клиники заключается в так называемой системе одного окна. Попадая в клинику, у обследуемого нет необходимости посещать другие учреждения. В униклинике он может получить как направление на лечение, необходимые обследования, так и хирургическую помощь. Началось с того, что раньше неотложную урологическую помощь в городе Казани оказывали хирургические отделения. Оказывали симптоматическую помощь, симптоматическую терапию в данном случае больным. И больные нуждались в дальнейшем лечении. Тогда Минздрав и Управление здравоохранения поставили вопрос об открытии этого отделения. С начала открытия экстренной урологии многое поменялось. В составе отделения есть одно- и двухместные палаты повышенной комфортности, которые оборудованы всем необходимым для проведения обследования, лечения и ухода. Средний койко-день в урологическом отделении КФУ составляет 6 дней, так что через 3-4 дня после операции пациент может вернуться к обычной жизни. На сегодняшний день доступны все виды современного лечения урологических заболеваний – иссечение кист почек, удаление камней из почек и мочеточника, эндоскопические операции по поводу мочекаменной болезни. Мы работаем сейчас в федеральном университете. У нас оборудовано одно из новейших. То есть мы оказываем объем операций, который оказывает на среднеевропейском уровне. Мы эти все операции делаем. То есть у нас мы являемся одной из ведущих клиник в России. Высокотехнологичные пособия эффективны даже в самых сложных клинических случаях. Лазерная эндоскопическая нуклеация аденома простаты позволяет с минимальной кровопотерей удалить аденоматозную ткань любых размеров. Лапара и ретроперитонеоскопические операции позволяют избавить пациентов от крупных камней мочеточников и почек и являются успешной альтернативой традиционным полостным операционным пособиям. Врачи имеют возможность с помощью пневматической и лазерной генерации энергии раздробить и удалить камни любого размера. Мы осваиваем в основном два направления. Это направление, даже три направления. Первое направление – это онкоурология. Оказание онкологической помощи. Второе направление – это оказание помощи мочекаменной болезни. И третье направление – это заболевание предстательной железы мужчин. На базе неотложной урологии студенты Казанского университета проходят тематический цикл. Это один из видов общеобразовательных программ, которые направлены на повышение квалификации медицинских сотрудников в узкой области профессиональной деятельности. По словам заведующего урологическим отделением Айрата Беляева, самой главной гордостью подразделения является команда, которую они стараются формировать уже из студентов Казанского федерального университета. Коллектив сохраняет лучшие традиции, глубокие научные знания, высокий профессионализм и заботливое отношение к пациентам. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.